Приветствую вас, мои дорогие зрители, с вами Лилия Донскова, и сегодня очередная распаковка из интернет-магазина Василёк. Это ивановский трикотаж, и это уже мой третий заказ. Кстати, когда переезжаешь в новый дом, хочется, чтобы все было новое, и мебель, и все в интерьере. Ох, как это классно. Так вот, и я в этом интернет-магазине нашла для себя очень много всего классного: постельное белье, одеяло, подушки и даже кое-что из одежды, пижамы прикольные. И, по-моему, у меня здесь должен быть костюмчик. Я сейчас посмотрю. Открываем мешок. У меня здесь целый, ой, тяжелый мешок. И я его буду открывать очень холодным оружием, ножом. Надеюсь, вам интересно смотреть распаковки. По крайней мере, я сама очень люблю смотреть, когда кто-то показывает свои покупки. Почему я это люблю делать? Ну, во-первых, начинаешь понимать, что где хорошего, на что обратить внимание, какие классные продукты бывают. Здорово все опечатано. Так, целый мешок, как обычно, мешками прям получаем. Ой, тут еще один мешок внутри. Так, разберемся. Я его тоже вскрою. Так, ну и начнем с самого верха. Так, здесь у меня полотенца. Я заказала для Миши темные полотенца, такие мужские, очень красивого коричневого цвета. В прошлый раз я выписала себе рыжие полотенца, яркие, попробовала качество, очень понравилось качество. Впитывают моментально влагу, стираются хорошо, нету такого, чтобы цвет сходил. То есть хорошее, качественное, приятное полотенце. Вот такое одно маленькое для лица и одно побольше для тела, то есть такое банное полотенце. Цены очень нравятся в этом интернет-магазине. Я сравнивала с другими магазинами, я даже перед тем, как переезжать, заходила там на рынок, везде вот магазины, где белье продают, одеяло. Цены, конечно, были вау, какие пугающие. Да, вот хорошее банное полотенце. Какой у него размер? 70 на 140. Ну, то есть такой прям хороший, чтобы обернуться и полностью искупаться. Цвет такой, знаете, просто чисто вот мужской, такой коричневый. Кстати, немножко цвет отличается у маленького полотенца и у большого. Я думала, они будут одинаковые. Ну, в принципе, не страшно, потому что практически не видно разницы. Нормально. Мише подарю. И заказала себе комплект белья. Так как мы раньше, у нас был такой раскладной диван здоровый, но оказалось, что он не такой большой, и сейчас у нас будет новая кровать и новый большой матрас, и все постельное белье, которое у меня было раньше, ничего не подойдет абсолютно. То есть я все это убираю, раздаю маме там и так далее, кому нужно, в добрые руки. А нам пришлось купить все новое. Я, в принципе, только рада, потому что, как я уже сказала, новое — это прикольно. Слушайте, я выбрала себе такую расцветку обалденную. Я думаю, что, конечно, лучше всего это будет зимой. Ой, у меня слюнки текут, как я люблю все новенькое. Но три комплекта точно нужно, чтобы было, потому что один, например, стираешь, другой постелила, ну и на всякий случай для страховки. 3-4 комплекта. Вот у меня сейчас как раз получилось, что у нас будет 4 комплекта на наш размер, и все, и можно уже остановиться, успокоиться и больше ничего не заказывать. Смотрите, какой цвет красивый, блин, как классно. Я прям когда на картинке смотрела, думаю, вот только бы с цветом угадать, сейчас что-нибудь маленькое найду. Потому что гигантский размер, и я хочу найти, например, наволочку. Может быть, я ее как раз сейчас достану. Нет, на наволочке так не будет красиво видно, здесь просто снежинки. Представляете, такая зимняя тематика. По качеству понравилось все, что купили. В прошлый раз я вам показывала сатиновый комплект, просто обалденный. Этот я взяла другой материал, но я почитала описание и отзывы про эту ткань, и я подумала, что нужно попробовать. Правда, я не помню, как она называется. Под видео я оставлю ссылку на этот комплект, посмотрите сами, потому что я взяла и себе, и дочке. Хочу вам показать пододеяльник, потому что мне кажется, он будет такой красивый. То есть там на зимнем фоне бежали олени. Вот, вот так вот я вам покажу. То есть деревья, 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 и там бегут. Смотрите, как круто, все такое ажурное.
Ну вот насколько смогла показать, показала. Качество уже сейчас чувствую, что мне нравится, потому что как-то я один раз ошиблась и купила комплект постельного белья, он такой какой-то скользковатый, мне это не понравилось. Так, что здесь еще? Вы не поверите, я набрала масок, такие многоразовые маски, для того чтобы, ну, ее можно постирать, погладить и снова носить, потому что я думаю, сейчас это будет долго актуально. Ой, разных цветов маски получились, желтые, коричневые. Как раз вот Мише я отдам коричневые, себе возьму одну желтую, одну сиреневую, и ребенку одну желтую, одну сиреневую, всем по две маски. Потому что сами понимаете, даже несмотря на то, что вот может быть, да, скоро это все пройдет, но я уверена, что все пройдет, это вирусы, все равно зачастую бывает такое желание, когда идешь, например, в больницу, одеть маску, или просто такая пыль. Вот у нас в Саратове мы это называем пылевые дожди, и это просто ужасно, потому что идешь, и пурга просто из пыли залепляет все, мы одеваем очки, но дышим все равно этим, и можно вполне спокойно надеть маску. Кстати, интересный такой материал, трикотажный, и маски тоже что-то стоят там где-то в районе 40 рублей, то есть недорого. Но я не думаю, что эти маски будут защищать от вирусов, но по крайней мере пыль они задержат, потому что, ну, два слоя трикотажной ткани, ну хотя бы так, да. Так, что здесь еще? Так, это я оставлю на десерт. Подождите, это я вам на десерт покажу. Так, что здесь еще? Я еще взяла такие полотенчики, которые специально для ног. Просто их в ванну кидаешь, и на них нарисованы ножки. То есть понятно, что сюда надо наступать. Я обожаю, обычно в отелях всегда дают такие полотенчики. О, оно очень толстое, я могу сказать, оно такое толстенное, это просто для меня такая неожиданность. Вот один цвет я взяла, такой вот коричневатый песочного оттенка, а второй, ну понятно, один мальчиком, один девочкам, вот такой вот, второй персикового оттенка. Вот, кстати, я почему-то, мне кажется, на картинке мне казалось, цвет был немножечко другой. То есть имейте в виду, что цвет может чуть-чуть меняться, но это как бы естественно, фотография всегда немного искажает оттенок. Качество бесподобное, они такие толстенькие, прям как половички. Супер, у меня уже такая гора здесь, главное цветок не свалить. И еще это не все. Ой, еще одна маска клетчатая, слушайте, я не помню, сколько я заказывала всего. Когда составляю заказ, обычно думаешь, там так все достала, да, все. И это комплект для дочки. Вы знаете, как странно, я ее спросила, какой ты хочешь, выбирай. Я думала, она выберет какие-нибудь там сердечки, что-нибудь такое розовенькое. А она говорит, я хочу вот такой, то есть серый, даже мне кажется, его можно не распечатывать. Сейчас, кстати, скажу, может быть, здесь написано название ткани, нет, не вижу. А, перкаль, 100% хлопок перкаль. Вот, и она выбрала такой вот просто серенький, интересный, кстати, комплект. То есть все стильно, выдержано, но очень ей подходит, кстати, под интерьер комнаты, которую она задумала. Очень здорово. То есть я потом, когда это оценила, думаю, да, действительно, со вкусом, когда будет распакована кровать, да, все застелено, все вот это вот стены, мебель, все это будет сочетаться именно вот с таким вот классным цветом. Молодец, что могу сказать, у ребенка хороший вкус. И последнее, что я вам похвалюсь, это я заказала для себя, для прогулок на велосипеде, для велопрогулок я взяла вот такой костюмчик, хлопок, майка, и майка такая интересная, смотрите, на одно плечо у нее будет как бы лямка такая толстая, а здесь просто плечо свободного. Я специально взяла, обычно я ношу 44 размер, специально взяла 46, чуть-чуть посвободнее, чтобы мне было комфортно, потому что все-таки это для прогулок. И здесь у меня такие штанишки, шароварчики, кстати, они такие прям милашки с карманами, и я сейчас примерю этот костюмчик и вам покажу, как он будет смотреться в деле, чтобы, во-первых, было понятно, какой размер, и посмотреть, как он будет, хорошо ли или нет.
тонкий трикотаж, очень приятный, то есть на лето вот это вот продуваться, вечерняя прогулка. Мы очень любим кататься, когда стемнеет, чтобы уже так, знаете, сумерки были, никого нет, просто гнать велосипед. И вот нужны именно не шорты, а именно такие вот тонкие комфортные штанишки. И то, что мне понравилось, что внизу они зауженные и резиночка, то есть не будет попадать в цепь. Вот это было самое главное. Итак, я пошла мерить. Ну что, смотрите, какой клевый, классный костюм. И идеально подошел размер, то что я не ошиблась, взяв именно 46 размер. Все село как положено, и очень комфортно, удобно, обалденно легкая ткань, приятная. И я думаю, что это даже неплохой такой прогулочный вариант, ну просто вот магазин добежать, как бы рядом с домом, да и по дому комфортно очень ходить. То есть очень все понравилось. Итак, все ссылки будут под видео в описании, если интересно, заходите, смотрите. Я всегда рассказываю о том, что мне понравилось, то что с удовольствием могу порекомендовать, поэтому welcome, всем отличного настроения и до новых встреч. С вами была Лилия Донскова, пока-пока.